Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим что-то необычное, вкусное и очень питательное. Друзья, готовится очень легко, просто, как обычно. А конечный результат просто бомбезный. Начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится 9 баранок. Отправляю их в емкость. И заливаю молоком. Оставляем в сторону буквально на 5 минут и займемся следующим ингредиентом. Беру 0,5 кг фарша. Фарш у меня свиной. Добавляю соль по вкусу. И чуть-чуть буквально черного перца. Также добавляю через терку сыр. Сыра понадобится где-то грамм 60-50. Больше не нужно. Берем ложку и перемешиваем. Выкладываю баранки в форму. Форму застелил пергаментом. Взял столовую ложку и столовой ложкой набиваем серединку баранки. Взял желток, перемешиваю и смазываем снаружи. Выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут. Давайте попробуем. Друзья, напоминает очень булочку с мясом. Очень вкусно. Готовится, как видели, очень просто. Готовьте вместе со мной, друзья. Если вам понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.